нас фармер есть. А, да, смотри. Арендодатель. Видишь, короче, стоянка номер... Парковка номер два. Найди на карте парковку номер два. Сейчас Fagio. Так, GPS. В GPS, да. Нет, не в GPS, ты нажимаешь Escape, там на карте ищешь такой А, зеленый... все, понял. Машинка такая оранжевая под гаражиком. Мне даже вот это больше нравится. Так, аренда, мафия. Как еще называется? Вот смотри, она никак не называется. Смотри, короче, Автосалон. парковка. Такая, короче, гаражик и в ней машинка оранжевая. Убежище. Так. Парковка 2 из 3, да? Да, парковка 2 из 3. А как метку поставить? Парковка Пробел. 2 из 3. Так, вот, фиолетовенькую поставил. Так, телефон в лоббишку. Я еду. Заезд. Я вот у парадной. Вот, я тебя вижу, это я. Вот. А как побибикать? Гражданин 1228. Не 1228? Да. Я тебя сейчас скинуть мог. А, ладно. Куда? На штрафстоянку. Смотри, это, короче... видишь, где, короче, Колесо Фортуны, где казино Азимов, знаешь? Сейчас. Где Ой. здесь казино? Подожди. Так, escape. Да, вот казино. Там рядом с ним такая тачка, видишь, оранжевая. Желтенькая, да. И оранжевая. Таксопарк. Есть оранжевая. Вижу. Штрафстоянка один из Все, двух. нам туда. Так, escape, escape. Можно, пожалуйста, подобрать? Нельзя. У меня мышка не работает в игре. Почему я встал на месте и не двигаюсь? Я тоже не могу. Двери. Почему я не могу? Вот и упал. Это я анимацию включил. Может, кто-то поможет как-то. Можно как-то отключить анимацию, да? Спасибо. Как отключить? Я не знаю. А что? Вот ты Почему двигаешься. я кручусь на месте? А, вот, все, остановить анимацию. О, я пошел. Я тоже. А Это можно круто. мне пож... Нет, я опять остановился. А, Садись. подожди. Я могу А вести. как? На F. Это ж... А, Это ладно. не как РМП. А я уже метку поставил просто сам. Я думал, так удобнее будет. Эх. Минус того, то, что здесь нету стрелочки. Стрелочка есть, просто она не имеет такого функционала. Да. Вот, я сейчас в телефоне каком-то сижу. Оп, убрал. Оп, встал. Оп, убрал. Причем у меня это тоже показывается. Ну. Предприятие 100 миллионов, нифига чел. Река какая-то, вон, видишь? У Справа. тебя какого у тебя уровень? Первый? Первый. Ну, я сейчас слышу. Первый. Ой, стой, что это? Черненькая нас обогнала. А тут машина получается, как и настоящая жизнь, есть, а есть, как же из игры. Вот, зеленька, например. Вау. Ну, они очень дорогие, что самое дешевое, это BMW X8, у нас стоит 10 тысяч. А там вертолет, смотри, справа, я пальцем тыкаю. Я тоже вижу. А я не знал, что можно... А, я не пальцем тыкаю, как раз. Я неприлично жестко. А вот, нет, опять не пальцем. Вот это такой нервный. Так пальцем тыкать. Туда, короче. Прямо. И нам нужно что-то делать, а у нас будет смысл. И, вот есть, мы хочем в банк. И у нас открывается работа ограбления домов, это самое... А ты меня в игре слышишь? Да. А, то есть чат твоя работает. Просто тебя забывает, видел? Что хотел сказать? Ты чего? Ага. Ты понял, почему не исполняешь приятно? Да, понял.
это что? Сил какой-то. А вот это что за доллар слева? Банк. Вот, я там работал. Уж прости, но я работаю не в бюро. Мне сказали, иди туда. Пошел туда. Ну да, ты по квесту. Полицейская. Ничего страшного, они нас максимум остановят. Ой. Не, полицейская машина. Я под машиной застрял, полицейской. Посмотри. А, все, я вылетел. А ты какой гражданин? А, это ты? Стой, подожди. Ой, я в полицейскую машину случайно сел. Уйди. Подожди. Стой. Ну, сейчас, сюда. Стой, мне вот сюда сейчас. Ага. Ой. Стой, подожди. Где моя машина? Красненькая, розовенькая. Вот, иди сюда ко мне за мной, иди. Ты где? Вот моя. Я тебя потерял. Ты на улице? Как тебе... Вот. А, вот. Так. Ой, я на G случайно нажал. Куда он идет? А, он по парадному хочет сесть. Можно радио выключить? Оно уже выключено. А. У меня оно выключено. Смотри, смотри, сколько часов отлетело. Жалоба номер 22157. By Fox. А. Это... Чекан Грозный, Геп, ой, Хек, да, а мне будет работа с первого уровня, или там что нужно? Хорошо. Почему у меня 40 ПП? Я, конечно, все понимаю, что компьютер не самый мощный, но можно хотя бы сидеть? Спасибо. У меня 107. У меня, наверное, опять какие-то ограничения включены. Правильный ответ — человек. Какой сейчас сколько? Сейчас 60 уже. Я думаю, мы как-то отъехали. Да 180 сейчас. Ну, у меня опять, наверное, какой-нибудь лог включен какой-нибудь. Это что-то да? Да. Первым прислал правильный ответ человек с номером. Именно он получает 1 балл. Я тоже хочу. Куда мы сейчас едем? Один балл? 2 балла хочу. Прикольно, что я приехал, приехал. Тут столько машин, все такие быстрые, я не успеваю. Вот это беленькое, что справа. Вертолет, вон еще какие-то две красненькие машинки. Ингот. Вулкар Ингот. Вот. У меня бабу ей еще раз не позвонить. Вот, нам нужно хотеть вступить в нее. Но там нужно тоже, нужно это. Там, наверное, чат нужен или... Нет, там нужно дискорд. Да, и там нужно... РПТ на чате. Ты в курсе, что ты только что сбил дальнобойщика своей жопкой? В смысле? Ты только что сбил его. У меня из воздуха появился. Он на нас врезался, у тебя вон даже чуть-чуть видно жопка под это, кривая. Молодец. Слава богу, это не кремплей. Мы куда едем сейчас? Налево? На шахту. Это налево, да? Ты сейчас работать будешь. Это налево, да? А ты? Динозавр. А я иду в дайвинг. Сложно, там нога спавнится, детальга, еще она вообще не спавнится. Выпечку для рыбы МК-2 бюджет 570 долларов, она 2000 стоит, рыбака, что? Ну, видимо, МК-2 лучше. Нет, МК-2 она 2000 стоит, учила. Вот, иди, подходи. Смущай такой и устраивайся. Стой, подожди. G. Предложение вылечить, дать деньги, обмен, документы, имущество. Предложение пожать руку. Что это? Подожди. Угрик. О, ты, у тебя ник появился. Семен Речкин. Наверху, видишь? Да, да. Ну ладно, я пошел. Так, Е. Да, Михаил, стой. Ну, у меня о, точно такой... Нифига себе, чел внезапно появился. У меня точно внезапно такой же, как... Появились парни. Ладно, окей, ладно, я пошел. А вы как, что делать? По меткам бегать? Вот, смотри, видишь, там метка, там... Бегай по ближней метке, это самое выгодное. Угу. А где ближняя? Смотри, иди за мной, иди сюда. Едь за мной. Я сначала тоже долго не мог разобраться. Вот, смотри, куда я еду. Смотрю. А, все, понял. Вон там, смотри, вот сюда иди. Вот здесь вход. Мне кажется, это номер поезда, конечно. Что вы? Вообще похуй. А, внутрь. Да, и там на самую ближнюю метку бегай. Хорошо. Потому что на дальнюю, ну там типа тебе будут давать дольше, но ты будешь на это время больше тратить. Е-е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 . Ладно, спасибо. Я просто не знаю. Я поехал на дальнюю. Оставьте камень на конвейер. Опять мне этот чел вызывает. А если что, скажу, где я. Что я вижу, что ли. Так. Конвейер. Почему эта машина так переворачивается жестко? А вообще знаешь, на Радмире есть боты. Типа ты устанавливаешь софт, я он знаю. Сидит за тебя. Я здесь такое есть? Да, я поэтому на пилота не могу никогда устроиться. На пилотах одни боты работают. Бот. И Семен. И Семен Речкин. Ну там копча есть, она сразу копча.
Но с утра капчи нету, поэтому с утра даже поработать невозможно. А сколько один камень стоит? 21 доллар. Мало. Или это много? Ну, считай сам. Ну просто на Радмире это как-то слишком... Нет, тут немного другая экономика. Здесь экономика, видимо, да. Здесь она еще жестче, чем на Радмире. Причем намного. Вот что мне нравится, это то, что, во-первых, у меня скин не сменился, а просто одежда сменилась. Да, вот это здесь очень мне больше всего нравится. То, что если ты сам меняешь внешность, ты можешь покупать одежду. Сколько камней уже тащил? 4. Это значит 84 доллара. Ну, думаю, это нормально. Значит, опять кто-то получает балл. А это далеко дайвинг? Ну, за 4 километра. Тут чел на ламбе проехал мимо меня. Тут не мажоры, я смотрю. А, продам авто BMW E39. Цена договора. Сколько она стоит? Да, я на этом сервере немного играл. А-а-а. Ну как недолго? Время в игре 31 час у меня тут, ну ладно. Ну недолго. Ну чтобы разобраться, нужно больше немного играть. На Радмире у меня часов 200. Сколько? 200. Нужно 300. Радмир я задротил. Ясно. Я по фактам задротил. А еще здесь такая фича есть, то что по земле машина едет медленнее, чем по трассе. А это вообще GTA. А, да. Движок. То есть это не фича сервера, ладно. Ну, у сервера много своих фич. А еще здесь много свободных домов. Потому что не надо там париться и искать хату какого-нибудь челика, который перепродаст ее за 3 тысячи. А их, по-моему, добавляют каждое обновление. Очень много, здесь квартир много очень. Здесь в одном доме там, по-моему, 5 миллионов квартир. Значит, там 10 этажей, на каждом этаже что-то по 15 квартир, по-моему. А-а-а. Там считай. Mercedes A45FT. 810. Ну, а класс это такое себе. Там круто это S-класс и E-класс. И, ну, и G. Ну, G такое себе. Проходит набор в русский спортивный клуб армии. Это что? А, не знаю. Я же говорю, я не шарю на этом сервере. То, что вот пыль у меня через салон машины проходит, я тоже не понимаю, почему. Машина закрыта. У меня ж скутер сейчас. А, я ж скутер там оставил. Так я тогда зря потратил 100 рублей. Ой, 100 долларов. Ах, да. Ням-ням-ням. Здорово. Так, все, я ныряю. Конечно. Главное, что я телефоном могу под водой пользоваться. Как реалистично-то. А, кстати, еще в этом месте у меня фризит. А, кстати, не очень громко. Ты нормально говорю. Ладно. Ну или не очень. Я просто, у меня микрофон далеко. Просто спрашиваю, может его поближе поставить? Не, норм. Так, частота обновления 144. А ты настроек? Сглаживание, да. Да-да-да. А тебе там придется, наверное, в игру перезаходить. Ну, это понятно. Ну, ладно, тогда вообще не буду. Может, мне вообще тени убрать? Или это все-таки стоит оставить? Пофиг. Я вот вообще ни одной тени не вижу. О, кстати, стой. Только сейчас заметил, вот там, где ты ехал, следы остались. Да, и да, там, где я бегаю, следы остаются. Прикольно. И вот мы тут с чуваком бегаем, и тут много-много следов. Это потому, что тебе не Радмир. Ну, это новый... Это, ну, по сути, это движок, конечно, 13-го года, но ладно. Но он прикольный, да.
Могу, ты опять еще не умерла. Но когда-нибудь наступит GTA 6, и она умрет. А Counter-Strike как был? Даже без таких фичей. Не, почему? С одной стороны, вот помнишь, когда мы играли в блокаду, ты мне все время говорил, что тут в КС есть отдача. Да. Ну, ведь по сути, это, наверное, одна из первых игр, где появилась там отдача. Она там убогая. Ну, она там настолько убогая, я тебе серьезно говорю. Ну, я говорю, я один раз в жизни играл, это было вчера. Поэтому для меня это что-то на уровне вау. А зачем ты игры удаляешь? Типа, у тебя 1 терабайт свободного места. Ну, у меня, знаешь, как привычка... У меня привычка с прошлого компьютера, что если мне игра не понравилась, я ее удаляю. $310. Да и тем более, я же ее могу установить. Интернет-то побыстрее стал. Поэтому не так критично. Следующее слово — parents. Это надо перевести? Нет, это по-моему... Напоминаем, ваша задача — прислать русский вариант слова в нашу студию. А, ну вот, видишь. Бил в тюрьму ДБ. ДБ, что такое ДБ? ДБ. Это ДБ. ДБ — это когда вроде ДМ машиной. А, нет, да, это тогда было написано ДМ кар. Правильный ответ — родитель. Наверное, это какой-нибудь испанский или итальянский. Следующее слово — Виктор. 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 Так, ладно, попробую отправить сообщение. Так, телефон. 995-105. Чего? Я машину утопил. Свою. О, я еще из нее вылетел. Свою. Ну я не знаю, я так все. Что делать? Я не знаю. Тут скутеров нет. Я не вижу скутериста тут вот. Который только дает работу. Все. Вот. Давай начать работу. А что означает вот до прокрутки колеса удачи 3.36? Это, короче, в казино заходишь, и там как рулетка на размере. А это, то есть, бесплатно? Или какая-то тоже сумма? Конечно, бесплатно. А почему вот я вчера заходил 3.36, сегодня 3.36? Это 3.30. Так, Оп, наставьте камень. Конечно, неудобно, знаю, что все оплаты в Payday. То есть, с одной Нет, стороны... Нет, на моей работе мне сразу деньги давали. Дали. Ну, то есть, с одной... Но на РП саундпад. У меня, кстати, тоже саундпад есть. С одной стороны, это позволяет серверу удерживать онлайн. Но с другой стороны, вот я, да, вылетел. Мне, по сути, денег уже все не дали. 201, и в долларе, ой, в банке 1000. Надо удочку покупать и рыбачить. Это, наверное, дорого. 5000 удочка и приманка по $35. Ну вот. Понятно, здесь еще нету. Еще, может, конечно, не видел, но вот тут есть чат. РП. Ми-ду-ра-це. Д. Нон-РПшный чат. То есть, еще разбивка.
Я пойду в казик зайду. Попадает в тюрьму за выход из игры в наручниках. Я походу тоже краш. У меня игра крашнулась. Не оптимизированная, видимо. Тоже. Ну, у меня первый раз крашится. У меня вот, по сути, я вообще впервые играю, я не знаю. Ладно, я сейчас приду. Я похаваю что-нибудь пойду. Угу. Алло. Алло, привет. У меня кот лежит. Кто? У меня кот сзади спит на кровати. А, ну и... А у тебя уже, кстати, не 1.2.2.8. Иди. А как посмотреть свой номер телефона? А? Я сам не знаю. М. А в М документы. Родительские права. Имя, дата рождения. Пол, статус. Не женат. Опять крат. Я закрыт. У меня тоже всегда. Я один раз захожу, она просто возьмет крашнуться, а потом. Добавить. Импостер. You are impostor. Е-е-е-е-е-е-е-е. Скучная работа. Есть что-нибудь поинтереснее? Нет. Вообще нет. Пока манит. А тут прыгать с камнями можно? Да. Ну, по сути, тут банихоп не получится. Наоборот, только замедляет. Оп. Ой, у меня лысый муж. Короче, крафт, я не могу выкупить.
Ну вообще не можешь, даже со второго раза. Да, это уже третий раз, если что, был. Давай на размер. Ты ладно. Сейчас последний камень сделаю. Вот так. Точно не может. Да, я. Я крашу почему-то. Я закажу, меня моментально крашит. 4 миллиона. Ты уже на Радмир зашел? Да. И у меня. Ну я правда машину свою продал старую. Время будем кататься на BMW. На BMW. Здорово. Так, Да, закончить работу. О, вот если я нажму Е закончить работу, да, то сразу. А если кикнуться, то в этот. Это, наверное, специально так сделано. Так, слэшку. Ой. Нет, тут нет такого, тут нет такого. F1 нажми. F4, да? F1 нажми, там можно выйти нормально. Ну, это я понял. И всем пока.